Первое заседание Совета по земельным и имущественным отношениям состоялось сегодня. Этот совет был создан по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В отличие от ранее существовавшего органа инвестсовета, совет по земле будет решать только земельные и имущественные вопросы. Совет должен сконцентрироваться на сокращении сроков представления земельных участков и более глубокой юридической и финансовой проработке этих проектов. Мы сегодня подходим уже в новом формате к оценке заявок. Мы оцениваем уже и контрагентов. Многие приходят контрагенты действительно со слабой финансовой позицией. У многих нет денежных средств на счетах, у многих есть задолженности, у многих есть убытки. Вот. Мы не хотим, чтобы были в городе синие заборы, чтобы участки долгое время не осваивались. Поэтому мы будем предпринимать все необходимые условия, чтобы отсечь возможных контрагентов, будущих партнеров, которые не планируют строиться в ближайшее время.